Хочу показать вам работу погружной трюмной помпы производительностью 2000 галлонов в час. Напомню, галлон — это 4,5 литра. Довольно мощная уже помпа. Если вы эту хотите использовать эту малышку для полива, пожалуйста, посмотрите это видео и подумайте, есть ли у вас столько поливать. Выходное отверстие у нее 29 мм. Мы будем использовать шланг диаметра 32 мм. У нас только такой, к сожалению, нашелся. Длина этого шланга 32 метра. Ой, 22 метра. Простите. Пошла работа. Работает от сети 12 вольт, как и все наши. Ну, большинство наших насосов. Есть насосы, работающие на 24 вольт. Вот. Пока производительность шланга длиной 22 метра, 32 в диаметре. Я не знаю, что это, с таким напором можно поливать. Грядку зальет за пару минут, потому что бочка, вот эта бочка, она 50 литров. Пока я вам это все говорил, она уже практически пустая, вот-вот уже вода кончится. Не знаю. Что ты думаешь, дорогая, по поводу этого насоса? Надо брать. Не знаю, мне кажется, все, все, вода кончилась. Господи. Я не знаю, слишком большая производительность. Она была полная? Бочка была полнёхонькая до краев. 50 литров. Вылетели.